Всех приветствую, друзья. Только что закончили вот такие клиночки для Айгути. Дамаск углеродистый с включением никеля в состав. Все клинки имеют определенный одинаковый размер. Одинаковый состав пакета. Но каждый клинок по-своему уникален. То есть рисуночек вот такой хороший, плотный. Порядка 150 слоев идет. Длина где-то 150 миллиметров у клинков. Ширина 24 миллиметра. Ну и толщина 6 миллиметров по обуху. Обух прямой, не домиком. И хвостовик 90 миллиметров. Вот такие клиночки.